Дело в том, что существует институт независимых продюсеров. Они должны быть действительно независимыми, а не аффилированные с телеканалами. И они должны... Вот есть телепроект, он выпустил несколько выпускников, и за них должны биться независимые продюсеры. На сегодняшний день эта система отсутствует, пока она будет не жизнедеятельна, не жизнеспособна. Ничего, никаких прорывов у нас не будет, потому что не существует конкуренции на продюсерской ниве. В этом вся проблема.